Фермеры Лазаревы – это настоящий семейный подряд. Вместе с отцом на полях трудятся и два сына. Со 176 гектаров сельхозугодий в этом году они собрали более 700 тонн ячменя. Сейчас идет уборка пшеницы. Урожай в этом году ожидается неплохой. Майские дожди, так сказать, свое дело сделали. Зерно налитое. Качество хорошее. Старший Николай по профессии агроном помогает отцу в сельском хозяйстве уже 12 лет. Вспоминает, что начинали с малого, но со временем все вложенные труды и затраты окупились. Не было, как говорится, у нас столько возможностей. Потихоньку начинали с 8 гектаров. Если работать агрономом на 8 гектарах, это тоже сильно не раздухарився, как говорится. А потихоньку брали землю в аренду, работали и уже... создали хозяйство. На подхвате и младший сын Дмитрий. Сегодня он за рулем грузовика, возит собранное зерно на ток. До этого почти 10 лет трудился комбайнером. Считает, что работа спорится только тогда, когда в команде есть поддержка и взаимопонимание. Поддержка со всех сторон. Друг друга не подводят, как говорится, в любую, в трудную минуту мы вместе. Ну и добиваемся успехов тоже вместе. Пшеничные поля семьи Лазаревых расположены недалеко от моря. Зерно быстро набирает влагу в вечерние и утренние часы, поэтому уборка зерна происходит только днем. Но даже имея в наличии всего один комбайн, фермеры убирают до 30 гектаров зерна за одну смену, а это почти 150 тонн отборнейшей пшеницы. Сейчас работы идут на всех полях курорта. Крупнейшее опытно-производственное хозяйство Анапа со своих полей убрало 750 гектаров пшеницы, а это более 3000 тонн. Всего же предприятие планирует обработать свыше 1000 гектаров. Уборка ячменя уже завершена. В этом году его урожайность составила 7200 тонн. Завершается и уборка бобовых. Уже собрано более 1,5 тонн гороха. В целом анапские аграрии урожаем довольны. По сравнению с прошлым годом показатели не понизились, а по некоторым пунктам даже увеличились. Полностью завершить уборку зерновых на курорте планируется до 19 июля.